Национальный банк Украины расширяет команду, изучающую технологию блокчейн. Инновации привлекают внимание и внедряются в работу участниками финансового рынка уже большинства стран мира. Возрастающая популярность этих технологий побудила Нацбанк Украины расширить состав рабочей группы, занимающейся их исследованием. В связи с этим исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий сказал: «Мы укрепили команду профессионалами мирового класса. Уверены, это даст дополнительный толчок для развития инноваций в стране. Уже в ближайшие месяцы все больше государственных и финансовых учреждений обращают внимание на использование в собственной работе технологии блокчейн».